Всем привет, проходим Диабло дальше. Это Харагат, пятый акт у нас. Ну и все, выходим из города. Не здесь. Понятно. Да. Кровавые предгорья. Осаду надо прекратить. О-о-о-о-о! Помогаем! Ого, какой крепкий! А, ты видели? Замешательство все. Пас. Хорошо попал. Это валькирия подзависла. Так, еще руна я вижу. Или да? Христоболит или как там? Вероятность получить магический предмет. Нифига, камешек какой полезный. Ну, неплохо. Тихо. Бура, кто-то пробивает сильно. Эти маленькие пиздюша там. Знаю, что за камень. Эритрит к максимальному сопротивлению молнии. Чё ты тут толчёшься? Иди туда. Вау. Это мне. Так, а что за данными? Остановить осаду, бившего надзирателя в кровавых предгорьях. Где там тут? Зубренная звезда. Ой, безупречный топор. Чё за фигня? Кто откуда? Апофилит. Камень нужный для рецепта. Прям очень хочу посмотреть, что это за звезда такая. Падение луны, зубренная звезда. 42 уровень. Метеор при нанесении удара, смотрите, как 5% на милишника. Повышенный урон,
дополнительно урона дает от огня 55-115. Очень хороший. 50 против нежити. Классная штука. Одноручная, если варвару поставить две руки по такой херне. Неплохо. Тестить надо, смотреть. Маленькие ублюдочки, я их ненавижу. Блин, все под курсой постоянно ходят. Блин, как... На постоянке уже, блядь. Ходишь постоянно с проклятием. Изумруд, стрелы где-нибудь есть? Где тут моба? Азури, амулет зелененький. А, это катапульта бьет так сильно. Я теперь понял. Готический щит выпал. Ну, посмотрим сейчас, что за щит. А, блядь, это... Вот он здесь. Да потом посмотрим. Довольно быстро она отошла от яда. Ой-ой-ой-ой-ой, я не посмотрел, чуть не упал. Задание высветилось. Он где-то здесь, да, значит? Убейте Шенка, надзирателя. Шенк. А, вон он. Легко. Отдыхай. Все? Ой, это я? И действительно, такой церемониальный лук. Ну-ка. Он под, этим, под замешательством рубится против друга. Чуваки. Так, это выход куда? Холодное Нагорье. Постой и послушай. Ты сражаешься даже лучше, чем я ожидал. А что такое? День добрый.
Добавить гнезда? А, это твой квест был, я уже не помню. Лазрук добавит гнезда к выбранному предмету. Да? А ну. Блин, а мне не к чему пока. Чё она выпадала-то? Перо дали, церемониально. Ого! 73 уровень, блин. Два к навыкам лука арбалета, скорость атака, пронзающая атака, повышенный урон. Офигеть. Хм. Детонатор, амулет. Скорость восстановления удара, монстры не могут... А, ну это у нас ассасина, западня, сет. Ё-моё, какое уродство у меня стоит. Вообще. Страж, готический щит. На 26 уровень. 30 ко всем сопротивлениям. Тем на талии. Устрашающий шлем. Ненависть на талии. Тоже сет. Ой. По-моему, у меня такого нету, да? Да, тотем на талии. Или какой-то был у меня такой. Нет, нету. А, вот. Череп танкера, да. Угу. Ну, нету такого у меня. Давайте пару вещей еще скинем. Да пойдем. Где уникалки у меня? Вот они. Так, щит. Щит. Вот это падение луны. Да, у меня такой нету. А, нет, смотрите-ка, у меня страж есть. Да, вот он. Уровень 38, 61. Вот такая у меня вроде была. Да. А, вот такой у меня нету еще. Чё это я? И детонатора нету. Ну, я потом посмотрю, конечно, еще. Аристео кулаки. Так. Аристео. Были они. Ну, вот. Вот такой у меня тоже есть. Это арктический. 37, 60, заменяем. А где ключи? О, рунки. Так, сюда. Вот такая и вот такая у меня была где-то. Да, вот она. Да, в следующий раз я буду опять же выключать, ставить на паузу, за кадром это делать. Ладно, сейчас фиг с ним уже доделаем. А, зеленый у меня максимальный, золотые ключи. Всего 4, видите, штуки за игру нашел. За все сложности 2 вот. Всего 4 ключа, они очень редкие. Стрелы у тебя есть, батька? Я не смогу нести больше. Никто не сомневается.
Лазеру добавит гнезда к выбранному предмету, но я не знаю, куда их добавлять-то. Это тоже, по сути, пояс для друида, как бы такое себе. Надо его менять. Сюда может добавить? Ну, давайте добавим. Может он? Да, он добавил одно гнездо. Что можно поставить тогда в них? Хорошо. Давайте заразбираться. Обувь. Регенерация маны, здоровье, скорость бега еще увеличится. Здоровье, скорость восстановления, ассасин. О, стой, точно. Ко всем навыкам можно поставить. Один к уровню навыков. Амазонки. Время действия снижено, яда. Так, ну это все хорошо. Пятнадцать ко всем сопротивлениям. Давайте, наверное, вот эту поставим, ну, руну одну. Потому что мне сопротивление хреновое сейчас пробивают. Доспехи, обувь, кольца. Ну вот, все. Минуса нету. Хотя бы так. Портал я не открывал. Холодное Нагорье. Кто там, кто там? Найдите солдат в холодном Нагорье. Землю трусить не надо. Танкрат. У меня он есть. Не танкрат. Уже да, молния так сильно не пробивает. Это хорошо. Правильное решение принял. Подумаешь. Большие Нагорья хочу спасать.
Так, это... Куда мы переходим? А, нет. Нет, холодное Нагорье. Платоряд. Плато. Лука. Ну-ка, интересно, одинаково или нет. Шесть здоровья воруемо при попадании. Да. 53, 63. О! На, чувак. Это мне пригодится. Понятное дело. Пободрее будет. Так, Фолокс, боевая ветвь. Вроде такой у меня был, но оставлю. Воу, как прокнул хорошо. Навык этот замешательства. Заклинающий. Ну, конечно, конечно. Тут под курсой на постой следующий. Желтый ларец. Так. Дети, солдатики-то. Что-то, блядь, было такое. Янтарь. Упал из бог с этой херни. Так, а ш... и где эти солдатики? Псикач. Что-то я хз, что-то. Что-то там руку поднимаешь. А вот, смотрите-ка, нет, нашел, нашел. Есть, ребятки. Выпусти нас! Что, такой толпой сами не могли разбить? Вот эти вот палки какие-то. Что за прикол? Такая брага качков. Выпусти, говорит, нас. Они бы этот забор, блин, разметали. Считанная секунда. Кровавый вор. Вот это сикач. Да, правосудие Хванина. Или Хванина. Причем у меня сет есть. Ледяной взрыв при нанесении удара, повышенный урон, урон от молнии. Ого. А сколько тут этих солдат? 10 солдат еще.
Так, тут я бегал. Щи свищи теперь этих. Качков. Что такое выносливое? А, так, вот это что? Грозовое око. 40 уровень. Паладин, 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 паладин. Исполнение здоровья, урон молнии, холода. Кулак небес, шок небес. Я так думаю, что такие оружия уникальные, определенного такого типа, они ориентированы под какой-то билд, под какую-то сборочку. Непременно. Я так думаю. Не зря ж дает, так сказать, электричеству, да, паладин. Значит, им надо как-то умудриться поиграть через ветку электричества вот этого тока. Я не знаю, как там святой шок, что там у него написали. Через вот это, чтобы навыки замаксить. Так, выходите, давайте. Не хватал, чтобы их еще убили здесь. Так, 5 вышло, еще 5 негров осталось. Ищем. Тяжелые наручи. Блин, дерево. Кура волка, так. Тяжелые наручи, да? Когти Трангула. 2 с проклятием. Некроманта. 20 скорость применения навыков. Аватар Трангула. Нифига себе, какой сет большой. 45 уровень. Раз, два, три. Офигеть. Интересно, наверное, что-то будет. На некроманта, кстати, мне довольно немало чмота разного она выпадала. А, вот я вижу. В принципе. Вот они где. Ух.
Так, напарники, давайте подключайтесь к бою. Керамическая бутылка. А вы выходите. За мной. Все. Длинные на горе вот эти. Что могу сказать? Все пришлись, пришлось обижать всю локацию. Вот это что такое? Крепкие мобы. Ого, их там. Ноэль, так, Борис. Не смогу нести больше. Я понять не могу, что за аддон. Что это? Я не помню его. Ага, расстрелял. Добро. Уровень. Выносливый какой, но мы его пробьем гибридным уроном. Салат или салат, ёб твой, 297 шлем, восстановление после удара, защита, сопротивление холоду, молнии, огню, ё-моё, нельзя починить. Ух, какая штука. Да, весьма неплохо. Так. И что? 70-очка у нас. 70-й уровень. Однако. Я хочу понять, что это за аддон, зачем я сюда приперся. Вот нафига. Подкачаться. Боевой топор. О, сундук, смотрите. О, на деньги стало собирать, значит, вот лимит повысился, да. А ну? Да, отлично. Да, вы же, наверное, помните, что я говорил, что есть автоподбор золота, естественно. Мы ж в каком веке живем-то, в каком году? Он должен быть. Где его нету, это прошлый век. Так будет не должно. Да, локация такая, что зашли, подкачались и вышли. Я предполагаю, что... А, ну вот, посмотрите, опыт хорошо здесь прошел. Поэтому, скорее всего, так, я перегружена. Так и есть. Тупо локация для кача. Тут-то в Диабло есть локи под фарм, под кач. Поэтому это нормальная тема. Что такие бешеные?
Ой, блядь. Как я этих маленьких чертей ненавижу, а? Рунатир. Надо будет посмешивать уже рунок, подкопилось, как я помню, ничего. Дело в том, что записываю серии только один раз в неделю. Да. Поэтому я, конечно, забываю, что я делаю. Зачастую. Смешивал, не смешивал там что-то. Суперзелье. Так. Смотрите, все замешательства лупятся там. Это дичь. Подряд второй взорвался. Пика Дженсона. Что за фигня? Ох, нихера, у него база, блин, урон 69-238. Это что за трэш вообще? .3074, ну, как бы, я уже давно говорил, зачем я ему собрал оружие это. Мне нелегко говорить об этом, но кроме тебя мне сейчас никто не может помочь. Что такое? Найдите Анию под кристаллическим проходом на замерзшей реке. Добрый день! Ну, хоть добрый день. Копкек. Благодарю за спасение моих солдат. Он дал три руны. Хорошо. Давайте здесь закончим, наверное, на сегодня. Я не смогу нести больше. И в следующей серии пойдем по квестам. Я не смогу нести больше. Да, все это скину, посмотрю, отсортирую. Пойдем дальше искать эту Анию. Ну и дальше. Я думаю, что 1-2 серии еще будет. Ну, за следующую серию найдем Анию, сделаем вот эти, наверное, квесты. Ну и одна серия останется поиск Баала и бой с ним. По моим прикидкам, это где-то до конца кошмара осталось 2 серии. Ну а потом будет ад у нас. Буду или не буду проходить? Наверное, все-таки буду. Вот. Это все на сегодня. Благодарю за внимание и просмотр. Всем пока.